Туктамышева выиграла короткую программу. Затем по сумме двух программ пропустила вперед Елену Родионову. Но короткую выиграла. Болеро Мариса Равеля. На эту музыку Туктамышева исполняет в этом сезоне короткую программу. Отлично. Отлично исполненный каскад. Я бы даже сказал, идеально. Тройной луц. Лиза, я думаю, что она сейчас соревнуется сама с собой. Я имею в виду с тем результатом, который она показала на этапе в Соединенных Штатах Америки, в Чикаго. Там она набрала за короткую программу рекордное для себя количество баллов – 67,41. И вот сейчас весь вопрос в том, сумеет ли она превзойти свое чикагское достижение или все-таки ему уступить, потому что и здесь, и на этапе в Чикаго она была просто великолепна в короткой программе. Все у нее, абсолютно все получилось. Великолепно исполненный каскад из двух тройных тулупов. Затем безукоризненный тройной луц, четко исполненный двойной аксель. Вращение, два вращения четвертого уровня и одно третьего уровня. Но она, вы видите по ней и по реакции Алексея Мишина, что они довольны, очень довольны ее выступлением в короткой программе. Сделан очень важный шаг на пути к финалу Гран-при. Вот этот каскад из двух тройных тулупов. Но и сама композиция, как великолепно она чувствует эту музыку, сложнейшую, кстати, музыку Мариса Равеля, потому что «Болеро» – это такое произведение, где все идет по нарастающей, и надо было все это отразить в катании. Ей это удалось просто великолепно.
вместе со зрителями на трибунах, которые восторженно приняли эту короткую программу. Вместе с ними мы аплодируем замечательному достижению Елизаветы Токтамышевой. Мы все в предвкушении, Татьяна Николаевна, привет. Предвкушении очередного ее личного рекорда в короткой Олегу, программе. Мальчикам привет. Всем? Старшим. Напоминаю, в Чикаго было 67,41. На террасе 67. Да, есть новый личный рекорд 67,90. Ну, можно считать 68 баллов. С этой минуты это ее личный рекорд в короткой программе.